Один мальчик решил осуществить некое творческое начинание и подал такой запрос на planeta.ru и добился многого. Ему стали присылать деньги, он осуществил свое творческое начинание, он прославился, стал знаменитым и очень красивым и здоровым. А другой мальчик тоже решил осуществить некое творческое начинание, но не позвонил на planeta.ru. И он стал больным, ничего не добился, и бедным тоже еще стал. Вот. Я хочу поздравить всех тех мальчиков, девочек, которые связали свою жизнь с планетой, либо тем, что работают там, либо тем, что когда-то обращались туда, чтобы продать свои проекты, всячески того этого, и тем, кто всегда помогал творческим людям, собственно, всем, вот просто всем.